Здравствуйте, уважаемые актрисы! Сегодня я бы хотела с вами поделиться, как ухаживать за лицом перед кастингом. Все равно мы, когда идем на кастинг, мы хотим быть красивыми, чтобы у нас был красивый цвет лица, чтобы мы выглядели свежими и прошли кастинг. Что делаю я? Итак, у меня проба или кастинг на следующий день. Вечером я протираю лицо тоником, я лицо не умываю, я его протираю тоником. Затем беру жирный крем. Очень жирный и не очень дорогой. Для чего? Для того, чтобы он впитался в мою кожу. Когда крем за ночь впитывается в твою кожу, морщины на следующий день разглаживаются. Происходит вуаля, волшебство. Что я делаю утром? Утром я опять протираю лицо тоником и наношу глиняную маску. 10-15 минут я бегаю по комнате в глиняной маске, затем смываю маску, протираю лицо тоником и опять наношу жирный крем. После того, как я опять нанесла этот жирный крем, мое лицо начинает блестеть. Для того, чтобы лицо не блестело, я его через час, полтора-два, ну там в зависимости, сколько у меня остается времени до кастинга, я его протираю и вуаля, пудрю или наношу тон. Ну, как обычно, крашусь. Лицо не блестит, морщины разглажены, и ты идешь с лицом маленького ребенка. Реально, девчонки, это помогает, потому что жирный крем, он на время, не навсегда, на время он морщины разглаживает. Но нам как раз и нужно это время для того, чтобы прийти на кастинг или пробы свежими, красивыми и без морщин. Вуаля! Попробуйте, и если этот совет будет вам полезен, то в таком случае поставьте лайк, расскажите своим друзьям, а еще лучше оставьте комментарий под этим видео, и мы с вами можем пообщаться. Что ж, уважаемые актрисы, особенно тем, кому за 40, желаю вам побед, оставаться всегда красивой и главную роль в кино. Всем пока-пока, с вами была Лара Шум, коуч по актерскому мастерству. До встречи!